Сегодня люди все чаще прислушиваются лишь к своим прихотям и так редко слышат друг друга и самих себя. В спектакле «По эту сторону времени» слов не будет, ведь иногда, чтобы услышать, нужно помолчать. Под руководством Алены Агеевой актеры пластического театра «После слов» бросают вызов себе и зрителю – молчать, когда на самом деле хочется кричать. Это некая пластическая притча, символическое размышление об отношениях человека и времени. Времени жизни, времени смерти, времени любить и времени расставаться. И даже название спектакля «По эту сторону времени» им проще объяснить без слов. «По эту сторону времени». Да. Ох, я вам лучше скажу об этом на сцене движением. Вы знаете, для меня, честно, тело гораздо богаче слов. Потому что слова, например, да, вот что происходит с нашим театром, мы можем показывать нашу работу в любой стране мира. И между нами и нашими зрителями не будет языкового барьера. Премьера состоялась в Париже буквально позавчера, а теперь этот спектакль на сцене Нижнего Новгорода. И как только зрители все понимают, многие пришли в пластический театр впервые. Иной раз мы тоже, когда хотим что-то сказать, передаем руками, взглядом. Пластический язык – это не ограничение, это наоборот больше возможностей. Для нас всегда очень важна обратная связь, мы стараемся поговорить со зрителями после, они часто оставляют нам свои отзывы, и это бесконечно интересно читать или слушать те истории, которые рассказывает, которые видит зритель, они могут совпадать с тем, что мы закладывали, а может и нет. Алена не просто режиссер, она учит пластике, учит понимать себя через ощущение собственного тела. Представьте, что ваши ладони прилипли к стене, а тело может двигаться. И найдите максимальные возможности движения, так, чтобы ладони оставались на месте, а тело двигалось. Самое интересное, что большую часть года театр проводит за границей на гастролях и фестивалях. Почему-то в России этот жанр не вызывает такого интереса. А еще мы поедем на Фриндж в этом году. Так, это что? Да, это фестиваль Фриндж в Эдинбурге. Это крупнейший театральный фестиваль. И в этом году наш театр «После слов» едет выступать как раз с программой «По эту сторону времени». Виктория Кузьмина, Ренат Бикбаев, объективное ННТВ.